Всем привет! После недельного перерыва я снова возобновила тренировки. Две из них прошли дома, они были втягивающие, велосипед и упражнения, и третья прошла на улице. План тренировки такой. Бег 14 минут, небольшая растяжка, упражнение на пресс, далее круговая тренировка и в конце волейбол. Работа на точность на фоне усталости. Моя юная коллега-волейболистка Яна ведет свой канал на Ютубе. Истории, влоги, еда, поздравления. Все это вы можете увидеть, пройдя по ссылке под этим видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, добро пожаловать. Вон там будем делать, наклонный. Ага. Нижняя планка. Потом вот здесь планка. Потом брусья. Потом там стульчик. Здесь приседания, австралийские подтягивания. И отжимания у скамьи. Идем по кругу с тобой. 30-30. Ага. 30 секунд работаем, 30 не работаем. Сколько кругов? 4 должны сделать. Если не получится, по состоянию здесь геройствовать не надо. Если почувствуешь, что устала, говори. У тебя первая тренировка на этом. На улице? Угу. Поэтому... А, супер! 5 раз всего. Так, сейчас у меня приседание, да? На все суставы. Убьем. Посидим чуть-чуть, восстановимся. Между кругами бегаем примерно 1-2 круга. Это нам необходимо для того, чтобы восстановить пульс, дыхание именно через работу. Почкованием размножают. Хорош! Нижний такой, да. Недолетик. Оп. Встала. Оп. Встала. Умница. Оп. Еще одна.